Здравствуйте, дорогие студенты. Меня зовут Орхан Фархадович. Я решаю для вас математика вопросы от ФИПИ. Открываем модуль алгебра искажения, страница 9. Вопросы мы эти вопросы решали в предыдущем видео, потом продолжаем. От страницы 9 мы продолжаем решать наши вопросы. Значит, 27. Я могу представить 9 умножим на 3 плюс 4 умножим на 3 равно. Мы вносим от 9 за 3 за под корень. У нас получается 3 в степени 3 плюс, а от 4 можем выносить 2 в степени 3. Когда сложим, 3х плюс, как будто 3х плюс 2х, у нас получается 5х. 5 под корень 3. Мы продолжаем. Я 45 могу представить. 9 умножим на 5 плюс 4 умножим на 5 равно. Мы можем выносить от 9 3 в степени 5 плюс 2 в степени 5. 2 плюс 3 плюс 2 будет 5 под корень. Наш ответ. Это наш ответ. Продолжаем решать вопросы от ФИПИ. Я могу представить в виде 90, так, 9 умножим на 10 плюс под корень 10 равно. Вносим от 9 3 под корень 9. 3 умножим под корень 9. Когда мы перемножим внутри, 3 возвестим в квадрат будет 9. 9 умножим на 10 будет 90. Плюс под корень 10. Как будто 3х плюс х будет 4х. 4 под корень 10. Мы продолжаем решать страницу от 9 вопроса. В таком виде. Дорогие студенты, это вопрос страница от 9, от 10, а это от 11, потому что они похожие вопросы. Мы продолжаем. Какой из данных ниже чисел является значением выражения? Значит, в предыдущем вопросе я вам сказал, что это похоже на правило сокращенного умножения. Когда они раскрыли, когда мы собираем, у нас получается корень 5 в квадрате минус 3 в квадрате. Когда возвестим под корень в квадрат, квадрат и корень сокращается, у нас получается 5 минус 9 будет минус 4. Минус 4, значит, наш правильный ответ будет минус 4. Это тоже под А минус Б. Это похоже А минус Б. А плюс Б. Когда собираем, будет А в квадрате плюс Б в квадрате. Под корень 10 в квадрате минус 8 в квадрате. Квадратик под корень сократить у нас получается 10 минус 64 будет минус 54. Значит, наш правильный ответ будет минус 54. Мы продолжаем решать вопрос от страницы 11. Страница 11. Это тоже похоже на наше сокращение, правило сокращения умножения. А минус Б, А плюс Б. Когда мы собираем, у нас будет под корень 21 в квадрате минус 2 в квадрате. Квадрат и корень сократить у нас получается 21 минус 4, а это будет 17. Значит, наш ответ будет 17. Это тоже похоже. Когда мы собираем, у нас получается 19 в квадрате будет 4 в квадрате. Сокращим, у нас получается, 19 минус 16. Правильный ответ будет вариант. Наш правильный ответ будет 3. Мы продолжаем решать вопросы алгебраического выражения, страница 19. Вопрос в таком виде. Мы продолжаем решать. Значит, наш...
Как будем решать? Это куб принадлежит каждую, каждое число здесь есть. Мы, значит, 6 в кубе умножим 10, 3 2 будет 6, умножим 13, умножим 10 в степени минус 5. Мы знаем, что если степени одинаковые, степень показатель, если основание степени одинаковые, когда мы умножим, будем просто сложить. 6 в кубе будет, 256, умножим 13, а это будет так. 10 в степени 6 минус 5 равно. У нас получается 2808, умножим 10, когда вычитываем, у нас получается 1. Значит, наш правильный ответ будет так. Потом мы должны каждое число возвести в квадрат. 7 в квадрате, когда раскрываем скобку, будет 10 в степени 2 3, 6, умножим 16, умножим на 10 в степени минус 4, равно 49. Умножим 16, умножим, будем сложить, 6 минус 4 будет 2, 6 минус 4, значит наш правильный ответ будет 784, умножим 10 в степени 2. А это вопрос, дорогие студенты, постарайтесь решать самостоятельно. Если вам понравилось, поставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо вам за просмотр.